Всех приветствую, у нас очередной подкаст «АИГА». Мы с Алжасом сегодня будем беседовать с двумя очень интересными нашими гостями. Это Руслан, которого все знают в Инстаграме как Горец. И боец UFC, спортсмен, которого очень любят в Казахстане, не только в Казахстане, это Мовсар Евлоев. Ребят, спасибо, что пришли. Вам спасибо, что пригласили. Очень рады вас видеть, честно говоря. И я думаю, все зрители, которые будут этот подкаст смотреть, тоже будут очень довольны. Сразу скажу, мы постараемся не говорить об ММА, во всяком случае, минимум ММА, потому что, ну, очень много Мовсару задавали этих вопросов. Кто сильнее, мы постараемся немножко о других темах поговорить. Прежде чем начнем, Руслан, с твоего позволения, задам вопрос Мовсару. Расскажи, пожалуйста, в какой момент ты понял, что спорт, борьба, вообще единоборство – это, ну, как бы твой путь, и ты будешь этим заниматься, будешь к этому стремиться? Потому что на самом деле не все понимают, что человек, не спортсмен, а человек от многого отказывается и многим жертвует для того, чтобы добиться, ну, серьезных успехов, больших успехов. Спорту, не знаю, подошел, наверное, с самого детства, потому что отец с самого детства, насколько себя помню, прививал нам эти качества, имеется в виду, нас много братьев, и всегда, даже когда мы в какие-то секции не ходили, просто физическую форму поддерживали благодаря папе, потому что всегда заставлял нас там отжимания делать, там на турнике висеть. Даже в детстве, я помню, годика два мне было, и с братьями мы соревновались уже тогда, там какие-то призы ему лично ставил, там 50 рублей, может быть, 100 рублей, и кто выигрывает, тот забирает, и каждый раз мы ожидали отца с работы, чтобы сейчас, да, посоревноваться с братьями и забрать этот куш. И вот брат сначала по стопам отца в бокс пошел. Я тоже хотел, там, не знаю, в глазах отца выглядеть тоже более достойно. И тоже, ну, сначала в бокс, потом и так пошло, и свою жизнь без спорта мы уже не видели. Так, наверное. Бокс? А почему бокс? Не знаю, просто маленький я был, и саму, чтобы отдельно ходить куда-то в другую секцию, и я тоже в бокс пошел, чтобы со старшим братом ходить. Меня одного не выпускали из дома. Потом уже, когда чуть-чуть уже осознанная жизнь наступила, мне изначально бокс не нравился, я в борьбу перешел просто. И вот уже оттуда уже, наверное, и профессионально начал заниматься. А сколько лет было, когда перешли в бокс? Ну, уже 14 было. 14. Ну, уже достаточно взрослый. А бокс, ну, чем не понравился и чем понравилась борьба? Ну, как мой младший брат говорит, не хочу на бокс ходить, там по лицу бьют. Это, наверное, то же самое. Не получалось, не шло. Иногда вот бывает, несколько лет занимаются и просто занимаются, потому что однажды просто пришли туда, чтобы, ну, не терять вот это. А на самом деле, если чувствуешь, что не идет, то лучше сразу поменять. Вот. Я всегда мечтал боксировать хорошо, но сами тренировки мне никогда не нравились. Вот после уже того, как я перешел в ММА, я уже знаю, что это мне необходимо. Вот после этого уже начал больше усерднее заниматься боксом. Так, борьба – самое то. Угу. Грэпплинг, борьба, ну, все виды. Борьбе сразу, ну, стало получаться или тоже где-то после бокса, наверное, может быть, некомфортно было? Да нет, сразу понравился спорт, потому что тренер еще мой был, ну, с детства знакомый, я, можно сказать, у него на глазах вырос, он так меня поощрял, и было интересно заниматься под его руководством, и так с самого начала залетел, как так сказать, и нравились тренировки, каждый раз возвращался, ждал нового дня, чтобы опять снова вернуться туда. Очень хорошо было. Но все-таки в конце понял, что сегодня борьба тоже не так интересна, как, наверное, на тот момент новый вид у нас в Ингушетии, как ММА. Вот уже в ММА. Окончательно перешел. Еще да. В борьбе меньше вещей стирать надо. Да. В борьбе даже никогда не купались, просто на тырку вещи одевали домой что. Руслан, тебя очень многие знают, те, кто в индустрии,
друзья Мовсера, кто рядом, mm-hmm. но кто в Инстаграме за тобой следит, то подписан, но тебя редко видим. Не так много ты, ну, где-то на публике, в основном все это. Машина тонированная. Через соцсети. Расскажи, пожалуйста, ну, чем занимаешься, как с Мовсером познакомились и почему ты, ну, тоже как-то вот включился вот в эту всю игру ММА, Инстаграм, блогерство определенное. Насколько я знаю, у тебя бизнес же еще. Да, да, да. Да, Казахстан. Я как индивидуальный предприниматель. Работаю с крупными застройщиками, поставляем стройматериалы. Почему, как познакомился с Мосом, он выступал с Китая. У него был бой в Китае, а я жил в Китае. И через кого вышел? С Казбеком? Да. Это М1, да, еще? Не-не, он уже в UFC дрался. У него должен был бой быть с Гранди, с Майком Гранди. Да. И я у Казбека, друга нашего, спросил, там Мовсер летит в Китай, там у меня связи есть, если помощь ему нужна, пусть обратится ко мне, дай мне его номер, и там я ему сам наберу. И, в общем, мы связались с ним, я ему звоню, говорю, вот какая-нибудь помощь нужна, он говорит, блин, вот у меня, говорит, халяльный, говорит, если бы еда была бы здесь, помог бы ты мне. По-моему, я тебе нашел, да, ее? У тебя не получилось, там визу тебе пришлось сделать, да, заново? Не, виза у меня была, виза была. В общем, что ты тебе, по-моему, сделал, помог я тебе, что ты молчишь? Говори, что было. Да, что я тебе помог. В общем, вот оттуда все началось. И потом уже я говорю… Алмату приехал. Да, приезжаю в Алмату, тут турнир, Хабиб приезжает, там мы кое-какое участие принимаем в этом. Будешь как почетный гость, он приехал, и вот тут понеслось, поехал. А ты до этого как-то вообще ММА смотрел, следил? Я смотрел, но следил только за нокаутами. Mm-hmm. То есть бывает, ты ждешь, смотришь, но будет тебе неинтересно, они вяжутся. Ну, то есть ты не смотрел бойцов. То есть, когда уже ближе с ним познакомился, уже начал более как бы научно подходить к этому, да, как правильно. Уже сейчас смотрю на это как на шахматную игру. То есть нокаут, они интересны, но все равно интересно, когда вяжутся, там какое-то давление, там партер, весь процесс. Да, весь процесс. Вот, допустим, последний UFC в Лондоне, который был, это же заглядение было. Каждый бой, там один бой лучше другого, вот так вот. А Инстаграм, вот этот юмор, какие-то необычная подача, вообще были такие планы или это как-то само собой пошло? У меня друг есть Беслан, его в Инстаграме все знают, да? Да, он, ведь у нас этот спор был, кто лучше шутку придумает. То есть тут между собой, там, ты закинешь, я закину. И он себе закинул в Инстаграм, я. У меня так получилось, что как бы людей больше привлекало это, и аудитория понеслась, я просто буду продолжать, что делать. Да, и потом уже с бойцами какие-то там шутки, вот так. С Межаном. Межан сосед мой просто, он вышел, да, один раз затопил меня. С тех пор должен. Теперь я с Мосом познакомил, он на тебя соблюдает, я же все. Придерживает. Да, все придерживает. А сразу нашли общий язык, бывает, знаешь, ну, иногда вроде бы, ну, хочется помочь, где-то что-то, ну, вот, познакомились, встретились, какие-то дела закончились, ну, и все, ну, в принципе, привет. Как, почему сдружились, что с ним? Ну, юмор объединяет, у него очень хорошее чувство юмора. Ну, это, да, мы видели. Да, мне кажется, что нас объединяет? Как будто всю жизнь знакомы были до этого. Да. Ну, во-первых, как бы мы земляки, он ингуш, я ингуш, потом что… Можно сказать, почти одно, младше на сколько лет? На 7. Как на 7? Сколько лет? На 5 лет. На 5, ну почти там, ладно. На 5? На 4? На 4 года. Он себя молодит всегда. Да. Может, это я не знаю. Скажи, пожалуйста… Он тоже за одевает. То, что борьба, то, что говорили о том, что Мовсер, ну, больше в борьбе, тебя это когда-то, ну, беспокоило вообще, как-то напрягало? Ну, вот я, когда выхожу против хорошего борца, у меня, не знаю, ударные способности просыпаются. Когда я против ударника, борьбу… Вот, мне кажется, мое главное оружие – это… В том числе подбирать ключи к сопернику. Ну, так делать, чтобы мой соперник смотрелся не так ярко, как до боя со мной. То есть это по ходу боя или это все-таки предварительный Наверное, план? Наверное, с того момента, как начинается бой только.
Особо даже во время подготовки к боям, там, к определенному сопернику, я какой-то там план на бой не ставлю. Я стараюсь все тренировать. А уже во время боя, наверное, мне мое IQ бойцовское помогает именно во время боя уже ориентироваться. Так, чтобы я там готовился, определенный план на бой на какого-то соперника такого не было. Потому что в бою все можно ожидать. Я постараюсь быть готовым ко всему. Так, может, не совсем правильно, но пока прокатывал 15 раз. Еще раз 5 нормально будет. Руслан, Молцер изменился с того момента, как вы познакомились? Если изменился... Зазналось? Нет, если изменился, то в чем? Все-таки, изменился ли он? Да, я знаешь, к чему вопрос? Все равно человек становится, ну, возмужал, ну, возмужает со временем, да? Тем более новый уровень, Америка, тренировки, ответственность, рекорд. Дал мир. Уже к нему повышенные требования, да, от болельщиков, от близких где-то. Вот как-то сказалось это? Все-таки сколько вы уже? 4-5 лет, да? Да. Изменился он или нет? Ты как сегодня сказал, да? Лень прогрессирует у тебя. Вот честно сказать, на самом деле нет, мне кажется. Но немножко чуть оттенки есть. Вот бывает такое, что когда ты один идешь, и ты все сам делаешь, да, там, какие там, или визу, к примеру, там, или на сбор ешь. А когда у тебя уже команда окружает, команда, мне кажется, чуть-чуть, немножко. Я у него сегодня тапочки попросил, он говорит, у тебя лень прогрессирует. Что это вообще такое? Взять тапочки? Я ему говорю, тапочки надо взять. Он говорит, все-таки у тебя лень сегодня прогрессирует, что-то такое. Не, он ответственность чувствует 100%. Он идет к титулу, это однозначно. Максимальный, да. Он ответственный, идет к титулу, но... По-любому надо было тебе, да, чуть-чуть соли подсыпать. Да. Ну, говорят, знаешь, что лень – это даже иногда полезно. Вот я слушал может быть, там, да. грамотного, вроде, ну, на мой взгляд, человека, он говорит, что лень, она заставляет где-то... Переживает, ну, да, это вылезет. Лень – двигатель прогресса. Ну, я не думаю, что это совсем актуально для моего вида, потому что нам... По-любому приходится физически впахивать. Лень, наверное, где-то там, не знаю, в научной деятельности, когда ты обходишь какие-то пути, находишь какие-то обходные пути, которые... Легкие решения. Да, потом вот, в процессе, вот да. Вот легкие решения, вот было опасение, что он будет придерживаться этого пути, чтобы, ну, как-то все легко и быстро сделать. Но он говорит, нет, значит, нет. Он лучше знает. Легкие решения по ходу боя ты имеешь в виду? Или да по ходу тренировочного процесса, или да, каких-то жизненных ситуаций? Когда ты думаешь, да не, постараюсь там вот так проскочить, там, не знаю, да. на один удар рассчитать. Не бывает такого. Ну, может быть, бывает, но не всегда прокатываюсь. Так мне лучше на 100% выложиться, чтобы потом угрызений совести не было. Чтобы я уже знал, что все, что можно было, я уже сделал. Ну, то есть сам себя бывает, что грызешь, да? Каждый день. Как справляешься ты с этим? Я поэтому уверенно выхожу на бой, потому что слишком требовательно к себе на сборах, ну, во время подготовки. Во время боя очень уверенно себя чувствую. Потому что я уже знаю, что на 110% выполнил план. И все, и морально легче выходить. Это когда меня спрашивают, а тебе трудно выходить на бой, там, волнение, мандраж. Да, волнение всегда присутствует, без этого никак. Может быть, даже в каком-то моменте это полезно. Но все-таки я с чистой совестью выхожу. Вот самое главное, мне кажется, выходить с чистой совестью, потому что очень большая ответственность перед болельщиками, перед близкими. В любом случае, это правильно, потому что некоторые говорят, там, проиграл, то все, там, не знаю, загрузили, когда выигрывают, хвалят, когда проигрывают, там, не знаю, наоборот, ну, правильно, потому что они же тебя поддерживают, болеют за тебя, и в любом случае ты должен чувствовать ответственность перед всеми людьми этими, но не так, чтобы это тебя грузило и как-то мешало тебе. Наоборот, не грузит уже тебя? Наоборот, мотивирует. Парни, а есть моменты, когда вы просто лежите на диване, ничего не делаете, так плюете в потолок? Не, ну вообще,
Просто есть же вот такая тема, что, блин, поднимите свою попу с дивана, начните что-то делать, потому что лежа на диване, ну, легко что-то комментировать, да, легко что-то там, кого-то упрекать или говорить, вот это плохо, вот здесь кто-то виноват. Вот у вас есть время просто полежать и... Ну, обычно после боя, вот в моем случае, я иногда люблю просто на неделю уйти от всего, просто, не знаю, поставить телек, там, какие-то там сериалы, может, посмотреть. Я вообще люблю время проводить, просматриваю там какие-то фильмы, я вообще киноман жесткий. Вот отдыхать, отключить телефон, ни с кем не связываться, ни с кем не общаться, вот неделю вот так завалиться. Вот, и через неделю у меня с новым голодом, уже с новой мотивацией приступаю к тренировкам. А этот всегда активный. Ну да, он этот, мы постоянно в комнате за один, за два до боя, да, ты постоянно в комнате. Мы куда-нибудь выйдем, пойдем прогуляемся, не, попозже, 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 так откладывают, откладывают, откладывают и засыпает. Ну и в комнату за день до боя ты обязательно гуляешь? Не, за несколько часов до боя? Не, я стараюсь, конечно, потому что да, за несколько часов держишь диету, то и все, и приходится по-любому какие-то активные движения делать, чтобы больше по всему телу нормально разошлось. Что мне нравится, бывает же, многие бойцы во время весогонки, они же нервничают, то есть бывает срываются на близких, а он у себя очень прям держит прям показательно. Ну, сейчас, сейчас на 66 гоняю, раньше на 61 вообще злой был. Да, то есть я вот бывает, ну за сколько там, за последний раз ты 4 или 5 килограмм согнал за ночь? Да, 4800 мы согнали за 2 дня, за 3 часа. Ну очень тяжело, да. Ну, тем не менее, хорошо себя чувствовал, помнишь, вообще энергичный был. Я сам удивился, насколько все легко ушло последний раз. То есть не нервничает он нормально? Чуть больше даже вес. На слова реагируют. Некоторые бывают там, другие смотришь, вес гоняют, нервничают, критикуют, там орут, кричат, там мне подходит, дверь хлопнется, а он нормально, молодец. Руслан, а ты бывает лежишь когда-то на диване? Ну, да. Без денег? Сегодня лежал. Ну это с чем связано? Со свободным временем или просто желанием отдохнуть? Или ну, есть какие-то моменты, когда дома нужно от чего-то отстраниться? Свободное время есть, я не знаю. Ну, все свое свободное время он в двух телефонах сидит. Да. Иногда даже на вопросы не отвлекается. Да. Бывает раз 10 надо повторять. Ну это работа или зависимость? Работа? Как работа? Ну ты же зависимость от работы. Инстаграм и работа. Два телефона. Вот. Один у меня китайский телефон, с китайцами постоянно на связи, а один вот местный дневной. Местный дневный телефон. Да, его спрятал. Вот, да. Ну, то есть, постоянно телефон при тебе, это, ну, не напрягает, знаешь? Напрягает. Бывает, телефон, он его чуть-чуть... Его, не знаю, напрягает, нет, меня напрягает. Психологически давит вот это, постоянно, знаешь, где-то ты уже, ну, не ловишь себя на мысль, что вот эти смс-ки постоянные, пам-пам, где-то сконцентрироваться не дают. Да. Постоянно что-то какое-то. Да надо бороться, где-то, это, можно сказать, уже некая болезнь такая, да? У многих она есть. У меня нет. У тебя, ну, тут первая только дурака. Иногда тоже действительно бывает такое, что замечаешься, что прям берешь телефон, даже может он тебе не нужен в этот момент, но вообще просто берешь да, и начинаешь что-то раз-два-два, по привычке заходишь, да. Даже не смотришь, зашел, вышел в другое место, вышел, поставил телефон. Ничего не понял, что посмотрел. Да, и думаешь, увидел. А зачем я его взял вообще? Да, да, ну, это, да, да. Наверное, какая-то привычка, наверное. Как в Бразилии одно кафе открыли, вот такой стакан, а вот дно стакана наполовину только есть. Mm-hmm. Если так стакан поставишь, он упадет обязательно. А если ты телефон поставишь так на край, он будет держаться. Ага. То есть это место специально для общения. То есть тебе общаться... вообще не проблема с вторым телефоном. Но это же выход, да? Я на всякий случай это развиваю. Алжас, ты же тоже фильмы смотришь. Ты что последнее смотрел вот так с Мовсаром обсудить? Если Мовсар, ты что последнее какие смотрел сериалы? Кстати, Бэтмен мне позвал сейчас посмотреть. Вообще надо обязательно. В России не вариант, что его посмотреть. Я даже не помню, честно сказать. Советую посмотреть фильм «Рокки Мед». Фарси. Ну, типа... Это сериал или фильм? Фильм. Ну, очень хороший. Основан на реальных событиях. Когда человек под угрозой смерти притворяется переводчиком персидского языка и учит коменданта 2 года неизвестному себе даже языку. И уже настолько он боится, что его...
ну, поймают на лжи, и он даже ночью зубрит все это, и даже когда бредит, на этом языке уже начинает разговаривать, и он уже этого человека уже учит придуманному своему языку, выдавая этот язык за персидский. Настолько он уже все слова уже перевел на выдуманные слова. Мне кажется, вообще... Свой язык, по сути, да, создал? Да, он просто ну, короче, там, во время Второй мировой войны в концлагерях в Германии, вот, очень интересная история, основанная на реальных событиях, самое главное. Так что советую всем. А мне когда фильмы советуют какие-нибудь посмотреть? Он мне скидывает. Посмотреть фильм, ну, допустим, там, не знаю, «Белый там стол». Я ему закидываю, посмотри фильм «Белый стол». Он говорит, ты как? Я говорю, ну посмотри. Он смотрит, что за ты вообще посмотрел? Тогда не буду смотреть. Он говорит, вообще бомба, как будто смотрел. Самый лучший фильм за последние, там, не знаю, 5 лет. Я такой, неужели не смотрю? Странно, что я его не видел. Чаще всего оказывается какая-то туфта. Это ты, ну, прикол или? Он скидывает, чтобы я оценил, чтобы потом знать, смотреть ему или нет. То есть он тестирует мои фильмы. Я еще говорю, блин, классный фильм. А когда мне говорит, а зачем он там в конце? Я говорю, я не рассказываю, подожди. Я все не смотрел. А ты что посмотрел, Руслан, по рекомендации Мовсера из последних? Ну или вообще, может быть, кто прям фильм, который зашел там? Сейчас вот в основном очень же вот это Marvel, фэнтези, ну вот такое в основном. Но это... мне его фильмы тоже не нравятся, если честно. Я вообще фанат Marvel. Да? Мне Marvel тоже не нравится. Ну вот ты... Мне нравятся детективы, расследования. Мне тоже нравится. Вот «Смерть на Ниле» неплохой был из последних. Потом... Кстати, нет, вот надо было посмотреть. Неплохой. Мы вчера разговаривали. Как... Экшен мне вообще не нравится. Ну, как будто продолжение, там, вот, «Убийство восточной сети». Да-да-да, про детектив. Ну, это то же самое. Ну, вот такого мне нравится. А нет такого, что такие фильмы примерно одинаковые? Ну, они, в принципе, часто бывают предсказуемы. Да. Но все равно именно сам процесс интересен, да. В любом случае, надо что-то смотреть. А сериалы? Сериалы. Есть вообще на них время? Сериалы – это такое болото? Я, если честно, очень редко решаюсь начинать смотреть какой-то сериал, потому что именно недосказанность. В любом случае, что ее надо до конца посмотреть, а его же никогда не заканчивается, там, 10, 11, 12 сезон. И в конце они уже не знают, что придумать, и настолько все да, банально иногда, было. По идее, да, вот так интересно. Мне больше хорошо нравится законченная история. Хорошо смотреть такие сериалы, которые уже отсняты все уже 5 сезонов, там, например, до конца. Чтобы да, не ломать голову, да, не ждать год. Уже, да, да. Не, ну действительно. Если он рейтинг не будет бить, то они 6-7 дальше будут снимать. Ну вообще, например, с последних вот, «Игра кальмара». Там... А, кстати, «Игра кальмара» я тебе советовал. Не понравилось? Мне только первые 3-4 серии только понравились. Настолько заряженный. Потом они уже... Прошло. Ажиотаж прошел, уже не знали, что придумать, чтобы было лучше. И когда сильно взрывается и уже идет на спад, даже если итог неплохой по сравнению там с другими сериалами, именно та планка, которую они уже вначале подняли, это уже портит. А нет такого, что вот смотришь фильм или там сериал, вроде бы тебе не очень заходит, но, блин, что там в конце досмотреть? Или, можно, или можете бросить вот так на сериал? Всегда надо уметь закрывать там книгу или останавливать сериал какой-то там, когда тебе не нравится, чтобы лишний раз не терпеть, время не тратить. Есть же еще много чего, и что можно почитать. Я, знаете, как делаю? Вот я смотрю сериал, если мне он не нравится, не хочу на него время тратить, но мне интересно посмотреть, как, он, да, как он завершается. Я захожу в Google, Википедия, этот фильм набираю, сюжет, и он в краткости описывает весь фильм. И все ты знаешь. Понимаешь? Если вдруг кому-то нужно лайфхак. Да. Нет, я что-то делаю. Я не делал. Сейчас в YouTube есть такие эти каналы, где они описывают вкратце сериал, либо фильм тоже. Если мы что-то много времени не тратим. Спойлером не слушай. Каштановый человек хороший сериал. 100% советую. 100% не очень. Нет, я так советую. Новые или старые? Новый, супер. Это этот скандинавский сериал. Тоже какой-то детектив, да? Вот такой. Тоже советовали его. Там про серийного убийцу, он когда убивает человека, оставляет каштанового человечка, и они как бы изучают, ну дальше следы ищут, куда они ведут. А, «5 сезонов» тоже прикольно. Сейчас недавно вышел фильм тоже новый. Слишком много крови. Брэдли Купер, кажется, в главных ролях тоже детектив. Сейчас название вспомнил очень сильно. Парни, а книги сейчас
такая тенденция разделение конкретное. Нет, я почему к книгам перешел? Сейчас есть такая тенденция. Кто-то смотрит фильмы, кто-то не смотрит фильмы и говорит, что фильмы, ну, типа, ничему не учат, нечего их смотреть, вот только книги, книги надо читать, только тогда ты станешь умным. Ну, вот такая, такая позиция. Хотя, ну, я думаю, что сейчас столько много книг, где столько мусора, да, они просто исключительно раскрученные, там, бестселлеры продаж и прочее, прочее, но, по сути, там, ну, книги ни о чем. Вот вы как относитесь к этому? Читаете, ну, если время, если интерес? То, что мусора много, это, конечно, понятно, но я считаю, что есть очень много классики, которая, ну, не нуждается в представлениях, скажем так, ну, уже миллион человек прочитали, уже прокомментировали, оценили, и ты можешь со спокойной душой просто начать читать эти книги, и ты не прогадаешь. Но нужно читать. Ну, я считаю, да. Ну, хотя я очень редко в последнее время читаю. Последняя книга, которую я прочитал, это, наверное, 471 градус, или сколько я цифры себе... Да, вот, сильная. Сильная Руслан, книга. Ты... Я публицистику читаю. Вот сейчас начал читать книгу одну. 48 законов власти. Слышали такое? Нет, не слышал. Я сильно есть. Но она не особо, она не прям хорошая, если честно. Она ее. Там она бестселлер, но там как бы именно манипулирование людьми. Ну, как бы как управлять людьми. То есть последняя графа, на которую закончил, никогда не перебивайте, никогда не переходите дорогу своему начальнику. Угу. То есть никогда не старайтесь превзойти его в чем-то. Ну, такие вещи бывают, то есть как-то... Я именно... уже не согласен с этой книгой. Вот, да-да-да, она... Ну, для политиков, кто в политику, это идеальная книга. Кто хочет именно типа стать главой, да, это 100%, да. И как от этого мусора вы как отстраняетесь? То есть сейчас... В Инстаграме с ним. Ну, в Инстаграме тоже же много, ну, вещей. По сути, я вот заметил по себе, ты вроде бы, ну, как бы мозгу нужно, потребность есть у мозга, да, постоянно какую-то информацию получать, учиться ее анализировать, ну, это научно доказано, да. Мы вот иногда чем-то себя забиваем, листая Инстаграм, там, 1000 новостей условно мы узнали, которые, по сути, нам ничего не дали. Ну, мусора накидали в голову, где-то там что-то, это где-то что-то, оно нам в жизни, может быть, и не пригодится. Тем более сейчас, когда контента, ну, просто гора всякого, там, начиная от котиков, которые там такие красивые, да, и заканчивая всяким трэшем там нереальным. Вот вы как стараетесь, на что обращать внимание, или как от каких-то вещей вот абстрагироваться? Иногда это полезно, я считаю, залипать, да, не знаю, 30-40-50 минут, расслабить сидеть, мозги? Просто листать. Да, отвлечься от основной своей деятельности, чтобы поменьше об этом думать. Я иногда бывает, после тренировки даже прихожу, вот сегодня вот это сделаю, это все, и начинаю грузиться об этом. Завтра вот это буду делать. И чтобы как-то отвлечься, может, там, иногда я в дурака люблю играть. Всегда там в карты играю, очень хорошо получается. Вот знаю. Или в Инстаграм просто листаю. Инстаграм очень сильно повлиял на... Ну, вообще, чтение людей в городе, ну, в стране, не знаю, в мире. Ты когда Инстаграм смотришь, все, любой сторис 15 секунд проходит, потом бах, другой кадр. Вообще другой, допустим, то ли там на скейте катается, потом ММА или плавание. А ты когда книжку читаешь, ты после Инстаграма, после этого всего, у тебя мозг хочет увидеть какой-то другой сюжет. И ты не можешь читать, продолжать дальше. То есть ты представляешь, что уже какой-то другой эпизод должен быть. И поэтому люди меньше стали читать. Это научно доказано. Ну, то есть, вот эта смена кадра, вот это клиповое мышление, когда ты ждешь. Вот я, допустим, даже обратил внимание, я в последнее время YouTube на 1.25 только смотрю. Потому что мне кажется, что на обычной скорости чуть-чуть медленно. Mm. Я уже настолько, ну, как привык, что ли, потому что если размеренно вот так вот говорят, мне кажется, что это чуть-чуть подтормаживает. Я на 0.75 смотрю. 1.75? Ну, я смотрю, не, 0.75. А, 0.75? Потому что на английском стараюсь смотреть, и чтобы быстрее, ну, лучше запомнить слова, вот, успеть перевести как-то. Вот. Получается, помогает? Да, очень сильно. Подкасты слушать очень сильно помогает, и речь свою тренировать. Некоторые просто учат английский, это... Ну, то, что произносят там носители, и то, что ты учил по учебнику, это вообще, ну, разное бывает. Я с репетитором учу английский, потом в зале мне тренер что-то начинает быстро говорить, и я вообще ни одного слова знакомого не бывает.
Потом, когда ты уже начинаешь каждое слово, которое ты учишь как носитель, ну, имеется в виду на сленге, то уже тебе легче даже во время разговора там с собеседником. Так, стараюсь именно подкасты, они, как правило, всегда на сленге же. Никто же не сидит, как в школе английский не зубит там. А в школе был английский? Нет, у нас немецкий был, но я его не учил. Ты вообще не учил? Не, учился неплохо в школе, но немецкий, всегда было такое предвзятое отношение к этому языку. Ну, нафига он нужен? Типа, война уже давно прошла. Все, английский, всемирный язык. Я именно у нашего класса этот немецкий выпал, и никто, в принципе, его не учил. Так, ты откуда корейский язык знаешь? Нас учили по-английскому корейцу. И что, научил вас корейцу там? Не, у нас даже преподаватель сам не знал немецкий, только по книжке мог читать. И наш немецкий заканчивался, наверное, на том, когда мы приветствовали друг друга. И прощались. И он просил нас сесть на место, и все. И дальше все слова на русском, там не знаю, как это получал. И поэтому особого интереса не было, когда ты понимаешь, что ни к чему это не приведет. То... В общем, ты с нуля, с английским столкнулся, с нуля вообще без какой-то можно базы, да? Можно так сказать. Mm-hmm. Ну, мне всегда нравился английский, нравится, как именно носители говорят на нем, намного расслабленнее, чем русскоязычные люди. Mm-hmm. Вообще, мне нравится, как звучит этот язык. А там в Америке намного же легче это все воспринимается, конечно, да? Вот. Я приезжаю домой, там несколько месяцев дома, когда бываю, мне кажется, потихоньку начинаю забывать этот язык, надо как-то подтягивать его, сейчас начинать учить, и все время откладываю, и вот как только я оказываюсь в этой среде, когда меня что-то спрашивают, когда мы уже начинаем говорить, и как будто все это закачивается обратно, и ты уже понимаешь, что ничего не забыл даже. Наоборот, может быть, где-то новые слова подхватил уже. Ну, то есть уже мозг начинает думать на английском где-то, да, не начинает он думать, как перевести. Он когда нужно, что мне нравится в моем мозгу. Понятно. Парни, тогда чуть-чуть другую тему затрону. Вот сейчас такое как бы непростое время в мире, да? Каждый навязывает свое, каждый что-то пытается свои какие-то мнения, свои принципы, еще что-то где-то навязать. Вот вы на что обращаете внимание? Какими лекалами, так сказать, придерживаетесь, да? На что? То есть есть же какие-то вещи, которые, ну, наверное, должны быть традиционные, должны быть постоянно, да, там, допустим, там, уважение к старшим или еще. Вот для вас какие вещи очень, ну, значимые, на что вы обращаете внимание и рекомендовали бы или бы хотели, чтобы, ну, другие люди тоже бы чего-то подобного придерживались? Понятно, что сейчас многие там говорят, надо так, надо вот это слушать, сейчас вот либерально надо терпимости там и прочее, прочее. Но вот мне интересно послушать вас. На что нужно внимание? Мне интересно тебя послушать. Я хочу тебя послушать. Но ты постарше, Руслан. И сказать мои слова то же самое. Не, просто я смотрел некоторые твои сторисы, где ты как бы в шутку, ну и видео, где ты затрагивал какие-то моменты так через юмор, но тем не менее с ними я был согласен, и я думаю, что это тоже правильно. Не помню. Да, в основном про Лукашенко. Я тебя заблокирую там вообще. Нет, черный список добавить. На что ты обращаешь внимание? Про превентивный удар. Какие вещи, ну, вот так, чтобы вот ты не скажешь, вот так я, допустим, никогда не позволю себе сделать, или ну не позволю другим, допустим, там, если при мне там будут обижать там пожилого человека, я, допустим, скажу, что это неправильно. Что он пожилой? Не позволю. Что он пожилой, не видеть его. Я не знаю. Что есть куча ответов на этот вопрос. Какие тоже? Ну, я не прошу прям вот конкретное определение, так. Ну просто на что обращаешь внимание? Вот какие-то все равно в душе в человеке, есть моменты. Да, в человеке. На уважение, как он, с уважением относится он или нет, искренне он говорит или нет, с корыстными целями он обращается или нет, я не знаю. Я даже не знаю, как на это поступить. Ну, в принципе, все, что мне нужно, это у меня уже с детства родными старшими привито. И когда мне кто-то начинает свою точку зрения объяснять, даже если у меня бывают сомнения, я стараюсь
не зацикливаться на том, что мне говорят там посторонние люди, а есть люди, которые, которых я сильно уважаю, которым я очень сильно доверяю, и когда я где-то в тупике, я стараюсь с ними поделиться, посоветоваться, и 100% во всех случаях всегда находил тот, наверное, путь, который более ближе ко мне. Потому что, ну, бывает, иногда тебе кто-то сказал, а, блин, оказывается, это так было, и ты сразу переключаешься на это. Чтобы такого не было, чтобы уже была основа, и от нее отталкиваться. Вот даже там, в случае с этими военными действиями, я там не знаю стратегической ценности этих действий, или в любом случае это политики между собой выясняют, ну, а, как правило, страдаем все мы, которые... которым, в принципе, эта война и не нужна, который всегда за мир во всем мире, за международные отношения. Ну, наверное, какие-то свои ценности преследуют, и нам просто остается надеяться на то, что все это к скорому времени в лучшую сторону изменится. Руслан, если тебе спрашивают совета, ты дашь совет только если, ну, зададут вопрос, или где-то сам посоветуешь, если видишь, что что-то неправильно делает? Ну, я совета никогда не даю, честно. Я просто боюсь, что последуя моему совету, человек ошибется и не, что-то не произойдет не так, как он хочет. Я всегда говорю, я бы сделал вот так. Не знаю, тебе в этом случае подойдет или нет, но я бы сделал вот так. И касательно предыдущего вопроса, для меня всегда бьет в дрожь то, что когда справедливость нарушена, вот если я вижу, что несправедливо человек поступил относительно другого человека, то я вообще не, на месте не могу сидеть, мне прямо тогда все вертит, я как-то должен это изменить, если, ну, если я могу это изменить. Ну, касательно вот еще вашего вопроса. А если изменить не можешь, тогда что делать? Да, только так. Ну, то есть, где-то это надо принять и... Ну, да. Ну, это бывают вещи, кто бессильный, да, ты ничего не можешь делать, ну, просто будешь себя терзать. Сидеть будешь, лысеть будешь, только так, я не знаю, что еще. Просто понимание того, что плохие вещи случаются. Да. Просто, может, испытание. Парни, и такой вопрос у меня. Добиваться поставленных целей, какая должна быть мотивация, или какая у вас мотивация это делать? То есть всегда же, ну, то есть самое проще опустить руки, да, сказать, я не могу, потому что виноват там кто-то. Или там я не могу, потому что там сегодня у меня голова болит, или там что-то еще. И многие находят тысячи оправданий для того, чтобы что-то не делать. Не обязательно это стать чемпионом, да? Mm-hmm. Просто навести порядок условно там в своем дворе, да? Или там еще какие-то такие простые вещи. Вот вы откуда берете мотивацию и где, откуда берете вот эти силы, энергию для того, чтобы это все реализовывать? У меня мотивация, я представляю, как закончится день, если я это не сделаю. То есть я примерно наперед вижу, что если я не сделаю, будет вот так. Время идет мое. У меня вот это мотивы постоянно. В моем случае, наверное, со временем уже понял, что все цели, которые я ставил перед собой и добивался их, в итоге я понимал, что сама цель не очень-то и важна. Ну, ты ее добился, и то, что ты думал, когда ставил цель, насколько ты там, не знаю, относился к этому, типа думал, вот я сделаю, и вот так очень хорошо будет. На самом деле, когда ты уже добиваешься цели, кажется, ну, начиная цель, надо идти к следующей. Наверное, все-таки важен сам процесс, когда ты уже идешь к этому, и понимание этого, мне кажется, очень сильно помогает, потому что, ну, может получиться, может не получиться. Главное, не зацикливаться на этом, просто идти вперед, самое главное, не останавливаться. А знаешь, какая еще лучше мотивация? Так, Forbes книжку открываешь, первые 100 самых богатых, своей фамилии не находишь там. Нет, вообще... да. Но... Нет, для меня вообще счастье... Не в деньгах, не то, что а в их количестве. Мне для счастья много денег не надо. В принципе, я уже счастливый человек. Просто даже если мне придется свои деньги тратить... Свои деньги тратить для достижения цели, которую я сейчас поставил. Я просто понимаю, что очень многие люди, близкие мне, ждут этого от меня. И я сам этого хочу, и себе не прощу, если я остановлюсь на полпути. Вот. А что делать, если не добиваться этой цели? Ну, по-любому что-то надо делать, вот, как ты сказал, не лежать же все время на диване.
Руслан, ты же бизнесом занимаешься, бизнес-тренинги, прочие-прочие вещи, вот сейчас Мовсар в этом вопросе, наверное, не такой ас. Как? Бизнес-тренинги, научу вас быть богатыми. Нет, это вообще не моя тема. Нет, вообще. Ну, если честно, я очень-очень четко его вижу в этой роли. Не-не-не-не-не. Во-первых, у меня клиенты уйдут. Зачем мне делиться клиентами? Если я научу человека, он же моих клиентов. Чем делиться секретами? Да, конечно. И потом, опять, мой пример может быть неправильным. Мой совет может быть глупым, например, для человека в его случае. Поэтому не, я вообще далек от этого. Считаю, наоборот, у тебя клиенты придут. Не, не. Нет, а вообще-то такие мероприятия стоит посещать? Что-то, какая-то польза есть? Потому что, знаешь, особенно вот ковидные вот эти времена, каких только тренингов удаленных там гуру не появилось. И то научим, здесь научим. На тренинг приезжают там люди на рейндж-роверах, там на крутых машинах, а он на метро опаздывает. Представляешь, у него... добрые шутки даже кто иногда раньше записывал, даже они какие-то там проблемы создавал. Кто-то там, вот я в камеру тебе попал, там можешь там удалить или еще что-то, там бывают такие моменты. А представь себе, если в бизнесе человек там или прогорит, или еще что-то, тогда мне зачем эти проблемы нужны? Нет, человек... никогда в жизни. Нет, даже ему не... А людям стоит идти, вот на твой взгляд, чему-то там научат? На тренинги? На чужие тренинги. На чужие тренинги, да. Ну... это от человека зависит, кто тренинг ведет. Если он реально хороший парень, хороший человек, доброжелательный такой, у него чистые там намерения, то да, почему нет? Если он еще и успешный. А так это как есть семинар начинается, как стать миллионером, мужик заходит, знаешь, да? Ребят, сколько нас здесь человек, говорит, как стать миллионером? Сколько нас здесь человек? 1000. Сколько стоит нас, говорит, наш этот курс? Тренинг, да. 1000 рублей. Семинар окончен. Ну, я вот примерно об этом. И в продолжении вот такой небольшой бизнес-отступления, как относитесь к биткоинам, как-то за этим следите? Может быть, где-то что-то покупали, какую-то... Честно, я вот уже неделю как в Binance покупаю, если честно. Биткоины именно? Или какую-то другую криптовалюту? Я вот именно читаю аналитику, смотрю, какой-нибудь токен, вот говорят, он стрельнет, там, он главный спонсор, там, Формула-1 или еще что-нибудь. Ты примерно смотришь, какой рост у него будет от там, известных аналитиков, ну и там закидываешь. Ну это тоже лотерея, по-моему, это харам, да? Насчет этого не знаю, потому что я сам не покупал, не задавался вопросом. Не так однозначно, вроде спрашиваю. Ну пока я только в плюсе, я не знаю. Ну это пока радует. Вечером куда-нибудь поехать можно. Ну то есть ты этого не боишься, смотришь, изучаешь. Да, у меня суммы маленькие там. Не, ну понятно, но все равно суммы маленькие. 2 миллиона долларов что-то. Шучу. Да не шучу. $500, 400 что-то закинул я. Чуть не долларов, да? $400 закинул, балдею, Сережа. А вот эта тема есть еще, NFT сейчас, Мовсар, знаешь? Просто, вот да, воздух очень перспективный. Ну вот можно тебе не пока... предлагали какие-нибудь свои я NFT вообще сделать? У меня есть свои даже идеи. Да? Да, думаю. Реализовать? Да, с пацанами хотим что-то замутить. Угу. Ну, с нашей темой, с бойцовской. Очень много интересных идей, посмотрим. Никто не знает, что может там стрельнуть. Даже эти обезьянки. Вообще, вот так... год назад, если бы тебе сказали, вот эта картинка, которая у тебя на телефоне сохраненная, она будет стоить там $1 миллион. Ну, наверное, посоветую так. Посмеялись. Хорошо, давай. Не, ну это же зависит от того, кто ее, это NFT. Неймар же эту обезьянку, да, по-моему, распиарил? Ну, там много, там звезды начали покупать этих обезьян. Ну, Неймар начал. Там, ну, я то, что смотрел, это целая там компания, на самом сейчас деле. Сейчас вообще этот маразм дошел до того, что они покупают участки земли. Несуществующие, метавселенной. Да, вот этой вселенной, ну. Ужас. Представь, участок земли, они его, ну, прикинь, там, Кэнни Уэст в этой вселенной построил себе дом, и чтобы там купить... рядом с ним участки земли, там какие-то большие деньги, да, ну, даже за реальный участок земли меньше надо будет платить, чем за это. А это вот вас не пугает? Меня, если это честно, ходит, пугает. Конечно, пугает. Примерно как нет. И тебя также нас пугает. Я вообще привык именно к физическому всему. Я не знаю. Мне кажется, Тима, блин.
Мне кажется, где-то она просто забудется, когда уже не актуально станет. Потом придумают что-нибудь там новое. Вот, может, вы видели фильм о первому игроку приготовиться? Да. Ну, там где-то в этих очках они заходят в игру. Да, да, в игру. Там, и уже, типа, играют там. И у них вся жизнь там переключается. Ну, они даже больше, наверное, живут для этой игры, чем нежели в реальной жизни. Сейчас уже, прикинь, воссоздали эту игру, и она настолько сейчас... Не, ну вообще возможно, что подрастающее поколение, то оно там же в гаджетах, в играх, ну, глубоко. Да. Вообще такое возможно, как думаете? Конечно, сколько суицидников. 2 года назад вот мы играли в Counter-Strike CSGO, и вот, а там же скины есть, да, допустим, у меня калаш обычный, стандартный. А у нас друг один есть, Андрей его звать, он покупал скин, то есть у него калаш другим цветом, он за это платит. И вот, допустим, бах, его кто-нибудь убил в игре, он поднимает его калаш, и этот калаш у него, ну, пока он не умрет. И он покупал калаши за 1 000 000 тенге. За, там... Он свойство какое-нибудь меняет? Нет, ничего, абсолютно такое же. Но когда ты, когда, допустим, тебя убивают, там все подбегает другой там, ну, противник, там, террорист, например, да, он говорит, вау, там начинает чатить, что за калаш, за сколько он брал, ты где его покупал? То есть ему нравится то, что у него спрашивают, что за калаш, где покупал, типа, внимание. И все это обычно 12-14 лет. И вот я у него спрашиваю, сколько туда денег ты вбухал? Он говорит, 3 миллиона. То есть перчатки у него другие цветом. Представляешь? Нет. То есть именно вот виртуальный понт. То есть он как бы окружен вниманием именно в интернете. Для него это вот, он готов за это заплатить. Как в детстве, да? Вы, может, помните, наклейки были, которыми играли, там переворачивали. Да. И старший брат Сулейм в детстве очень хорошо играл. У него там где-то там в порядка несколько тысяч их было. И он никогда в жизни, у него принцип был никогда в жизни не покупать, просто выигрывать. А у нас были еще дети, ну, из богатеньких семей, которые вот придут сегодня, там, грубо говоря, закинут на эти наклейки там недельную свою, ну, недельные карманные деньги, и купят, и быстро к Сулейму придет, чтобы откраться у него, и эти тоже проигрывают. И он со всей улицы вот просто собирал их, потом просто их собрал, вот, ящик какой-нибудь большой, и чисто, чтобы никому не достали, сжег. Чтобы, типа, он понимал, что это болезнь, он целый день не играл в них, чтобы, типа... Мы у него, естественно, просили нам там пачку, да, и там, и это все. Они, давай, я свяжу их, и в котел все забросил, и сжег. Такие же сидят, некоторые просто играют для удовольствия, как Сулейм, наверное, а некоторые, вот как он, скины вот эти, то все покупает, а может быть, сами по себе особо играть и не умеют. У меня вообще беда всегда с этими играми виртуальными. Ну, то... Да, я помню. То детство, вот это с, у нас маслы играли, я помню, да, сыки играли вот это, но оно было, мне кажется, чуть-чуть поинтереснее, чуть-чуть по-другому. Конечно, хотя да? бы какое-то повеселее. Общение было, да, встречались, виделись, да, сейчас классно. В интернете все. Да, и... Улица пустая, детей вообще нет, я даже не знаю, как соседи дети выглядят, не знаем. А раньше, когда мы были там, играли там в кован, закован, там всякие разбойники бегали, все казаки-разбойники, друг друга знали, казаки-разбойники, все друг друга знали. Ну и городские дети, живет. Я обратил внимание, они даже кузнечика увидят, многие боятся просто, ну потому что не знаю, не видели его никогда. Ну в городе. Где? А? Где? Ну в городе дети вот увидят там кузнечика, саранчу или какую-нибудь там букашку, они ну прям там боятся. Там охотились здесь. И как в Майами, когда, помнишь, прилетел только? По городу, как это? Игуана. Игуана. Да, она как пробежала, а все люди нормально, а я как... Вообще за ней! Я там их не там знаю, как что кошек делать. У нас. Ну, я ее же первый раз вижу. Их можно убивать же. Серьезно? Они типа... А ну, там дома, в смысле, такого нет, что держат. У нас же держать такой, игуану, это самое это... Типа, паразиты считаются. Да? Их, наоборот, призывают убивать, ну, чтобы не разводились. Это как крысы, да, у нас? Ну, типа, не знаю, или крысы, нападают, или кабаны. Ну, или там, отношение к ним. Прям дорога перебегает. Да, и такие, там еще эти еноты, там в фильмах всегда привыкли же, вот, прикольное животное, да. Mm-hmm. А там они просто в мусорку, они грязные, ну, переносчики там разных болезней, и мало того, они просто бак запрыгивают, все оттуда выкидывают, mm-hmm. там что-то ищут, по-моему.
все, бардак. Там же очень строго к этому порядку. А вывести игуан нельзя, потому что я знаю, что вот здесь у нас их за большие деньги покупают, дома держат. Нафиг не нужны они, мясские животные. У нас родился проект. Не, у меня реально у знакомого жила игуана, причем для нее нужна какая-то температура обязательно, потому что она в холоде может помереть, какая-то еда. И он там серьезные деньги что-то платил за то, что вот ее содержать. Мне вот нечего. Причем она, ну, как бы, ладно, там собака, кошка, я еще понимаю, это игуана, ну, сидит глазами, вот, хлопает, больше ничего не делает, по-моему, не разговаривает, там, ничему ни на дрессировке не поддается. Сколько время у нас? Заканчиваем, да, уже? У вас как, парни, со временем? Нормально. Поджимаем? Да, 7 минут есть. Пока не забыл, хотел передать Беслану привет, который помог нам с подкастом. Ребят, пригласил. Беслан, тебе отдельный респект, несмотря на то, что ты сейчас прикрываешь наш за границей практически, да. Но тебе большое спасибо. Парни, у меня будем заканчивать. Еще такой вопрос по поводу борьбы и грэпплинга. Ну, непосредственно, чем мы занимаемся. Насколько для вас грэпплинг интересен, и насколько вы видите ли вы со стороны, что есть интерес к джиу, грэпплингу, что он развивается, что появляются какие-то звезды, или такого нет, ну, или вы не видите. То есть вы люди как бы немножко сторонние, мы-то в этой каше варимся, нам кажется, допустим, одно, а может быть совершенно другое с вашей стороны. Меня вообще поменяет грэпплинг настолько... величественный, красивый спорт, ну, наверное, можно сравнить его как ну, с шахматами. Люди, как правило, которые занимаются джиу-джитсу, они как будто у них свой мир, не знаю, более там интеллектуальный, что ли. И мне нравится вообще именно атмосфера вокруг джиу-джитсу. У меня друзья очень хорошо занимаются, выступают. И они, и когда я спрашиваю, ну чё, вот ты тренируешься там день в два раза, там туда-сюда много вкладываешь, это, и чё, вот чё будет, вот я, например, к поясу UFC иду, а ты чё, а мне просто нравится, ну вот. По кайфу. Да, кайфуют они просто с этого. И в моем случае он ещё мне был бы полезен в достижении моей цели, так как джиу-джитсу, грэпплинг, неотъемлемая часть ММА. Так, ну, хоть я и не силен, но контроль и позиции. Вот, не, вот, занимаюсь тоже джиу-джитсу с тренером. Мой главный тренер, хед-коуч тоже. Черный пояс, там у него там сколько-то данов. Я просто даже точно не знаю, как это назвать. Ну, хороший профессионал, один из лучших в мире. Вот я у него тренируюсь, в основном тренировки направлены на джиу-джитсу. Больше я стараюсь все-таки позиционную борьбу делать, потому что особо не люблю тратить энергию и время на там какие-то болевые приемы. Если не получится, уже считаю, время потерял. А так очень сильно уважаю этот вид спорта и, как правило, очень зрелищно. Интересно всегда наблюдать. А ребята вокруг, бойцы где-то, ну вот, обращаешь внимание, кто-то из знакомых начал заниматься, где-то что-то, какой-то интерес по сравнению, допустим, там, годичной, двухгодичной давности? Вот я что еще заметил, джиу-джитсу в основном занимаются, ну, которые для себя занимаются, они там не для того, чтобы там улучшить там свои навыки в каком-то спорте. В основном занимаются люди, у которых уже все есть. Ну, такое хобби. Уже люди, которые реализовали себя где-то в бизнесе, да? Ну, у них там и с финансами все хорошо, и в принципе и для самообороны ничего не надо. Просто тренируется, может, там, не знаю, как-то мышление свое там тренирует, помогает отвлечься. Вот заметил, что вот спорт, можно сказать, для богатых. Потому что там деньги какие-то большие нужны, а просто богатые очень любят заниматься этим. Может, несправедливое замечание, но мое мнение. Не, ну на самом деле я тоже обратил внимание, во всяком случае за границей, ну, Риган Мачадо, да? Да, очень много звезд на него занимается, тренируется. Конечно. Тот же Эштон Катчер, потом... Бэтмен. Кто? Бэтмен.
Фильмы Супермен, этот, как Генри Кавилл, да, тоже да, тренируется. Да. Ну, все занимаются. Том Харди тоже занимается, БЖЖ. Потому что по лицу, наверное, не бьют лишний раз, лицо не портят, и физические кондиции сильно увеличивает. Потом ты понимаешь, что за себя можешь постоять, и можешь там кому-то не покалечить, а просто тихо задушить, успокоить. Ну, он с ним ничего не станет такого категоричного. А что с ним? Да, он спит. Пусть поспит, да. Есть статус «самый сильный грэпплер в мире» или нет? Вообще есть такой человек? Наверное, есть. Ну, грэпплеры получше будут знать. Или он в UFC, по-моему? Ну, просто известные имена, которые… Есть вот лига ADCC называется, да. Это мировая, да? Combat Club, да. Они проводят чемпионаты мира в 2 года один раз, и, ну, как бы в мире грэпплинга и джиу-джитсу это как, ну, наравне UFC, с олимпиадой, да, можно даже сказать, наравне с UFC для грэпплеров. Кто ее в принципе выигрывает… Ты уже понимаешь, что он первый номер. Да, то он первый номер, то он прям заносит свое имя в историю спорта. Сейчас там абсолютный чемпион, если не ошибаюсь, до этого был вот Андре Гальвао, и Гордон Райан тоже взял… Поляк, да? Пояс. Нет, Гордон Райан, американец он. Mm-hmm. У них должна быть вот в этом году, если не ошибаюсь, суперсхватка между ними. С биткоинами? А? Да, кстати, да, ему, да, с биткоинами имел 100 тысяч долларов вроде бы. Контракт подписал. ACB раньше проводили, да, хорошие турниры. У ACB хорошие, очень интересные, да. Кстати, они вот приглашали этих же бойцов, которые вот в ADCC борются, и топовых ихних именно звезд, так скажем. Вот так вот. Аюб Магомадов, наш друг, приезжал сюда на грэп, на этот. На Аюб Магомадов, знаете? Да, Аюб Магомадов, да. Он же еще принимал участие в тренировочном лагере. Ну, его пригласили, позвали. Макгрегор, да? Да. И был такой раз. Это, по-моему, бой с Конором, с Хабибом, да, был? Да. Наверное. Да, очень хороший, по-моему, да. Очень порядочно. Аю, привет. Руслан, а вот ты тоже чуть-чуть сторонний человек от этого. Ты как-то, ну, видишь, общаешься, все равно есть кто-то, друзья, кто занимается. Причем, что интересно, люди это, ну, там не 18, там в 20 лет приходят, а бывают за 30, там ближе даже к 40. То есть там нет, ну, каких-то возрастных ограничений. Ну, у меня мало друзей, у меня тут прям целенаправленно грэпплингом занимается. Азамат. Османов. Да. Азамат Османов. Потом вот Ильдар Кудайберген, он же тоже, да, грэпплер? Да, ну он тоже занимается. Да. Он, кстати, у нас выступал. Рашид Махат тоже неплохо, да, борется? Рашид Махат, да, тоже хорошо. Больше я не знаю. Но я вижу, что это, как он правильно подчеркнул, на шахматная игра. Кто кого обманет, кто воспользуется моментом. То есть именно моментом решает. Мне нравится. В основном успешные люди, да, занимаются. Которые для себя. А сам не планировал? А мне не поздно, поздно или нет? Нет, конечно, поздно. Сколько лет? Поздно нет, мне такого. Кажется, грэпплинг не поздно. Не обижайтесь, конечно, но мое личное мнение слишком между такое. Ну да, поздно. Нет, у меня есть друг, на самом деле, знакомый, да, вот друг, он начал заниматься, он 76-го года рождения, начал заниматься в 13-м году. Это сколько ему было тогда? 40. Под 40 лет, да, 30 там с чем-то? Не, да? ну за 30. Да, за 30 ему было нормально. Уже, да. Сейчас он успешно тренирует, коричневый пояс по БЖЖ, и на соревнованиях участвует. Ну, пойди. Это Алмаз. Ага. Привет. Ну, говорят, что это затягивает. Я прям уверен, что меня затянет. Недолго. Болевой прием, да? Я там затянул болевой прием. До вечера. Нет, ты еще в разъездах, наверное, да? Ну, много командировок. Да, бывает. Москва обычно. Но сейчас-то я не знаю, буду в Москве летать. В Москве есть. Не, просто на самом деле я заметил, вот там комьюнити, вот джитсеров и грэпплеров, там у них вообще вот это как бы очень просто. Где-то в другом городе оказаться, загуглить и в любой зал прийти смело и спокойно там позаниматься. То есть там командировки это не… Мне кажется, у них и шутки свои, не проблемы, да, общение свое, да. Ну, что-то есть такое, да, свой мир. И там нет такого, знаешь, что ты в зал придешь другой, скажешь, так, новичок, сейчас мы его проверим, кто там, что там. Ну, не без этого, конечно, но в основном все так, ну, как по-доброму. Там, то есть, если видят, что человек определенного уровня, там не будут на него нападать, чтобы его в бараний рог скрутить, как в ММА, там, знаешь, Мовсер, наверное, знает, да, когда ребята
ребята хотят на фоне тебя там что-то показать. Самореализовался. Да. У боксеров одни шутки, у боксеров другие шутки. Нет, боксеры это не понимают. Боксеры это отдельная тема. Только вы женики. Что, заканчивать? 3 минуты. Парни, ну если есть что-то сказать в конце. Продам Ладу приорды. Не битый, а не краш. Сколько просмотров? Много просмотров. Ну, у нас не так много просмотров, на самом деле. Но есть, я думаю, этим подкастом мы доберем еще, круга, да. Удивительно, что про Топури ни один вопрос не задали, да? Ну, изначально же. Мы вначале оговорились, что это. Да, я думаю, тебе еще зададут эти вопросы, и спортсмены, да, и спортсмены, кто, да, то есть те, кто ММА глубоко прям заинтересованы. Потерроризирую тебя этим вопросом. Сколько, ну, хотел сказать, да? Про что? Про Топури? Да? Ну, мы можем, в принципе, послушать. Не-не, если есть что-то сказать, расскажи. Я тебя порву. Мне кажется, если Мовсер скажет каждому, кто смотрит, подписывайся, подпишется. Да, если не сложно. Конечно. Аига, у нас Аига Офишиал, да, канал. Друзья, в первую очередь спасибо, что пригласили на подкаст, и всем моим подписчикам, все, кто смотрит, хотел бы попросить, чтобы вы подписались на Aiga Official, это канал, будет интересно, вот сам буду сейчас просматривать предыдущие и последующие. Да, если вдруг будет возможность, мы бы были рады видеть тебя у нас на турнире, если будет время, если это будет возможности. Да? На турнире завтра мы вас приглашаем по-любому, я имею в виду даже в качестве участника. Мы бы могли сделать какую-то суперсватку. Ну, суперсватку, где меня разматывают. Нет, почему? В прямом эфире. Я такой в перчатках приду свои. Нет, можно подобрать интересную пару. Интересную пару. Вообще, у нас нет такого, что мы стараемся, здесь не было чтобы такого мешкобоя, мисс-матча, знаешь. Иногда бывает, когда на замену выходит, но у нас принцип такой, бойцов подбирать примерно равно. Естественно, всегда интересно было выступить, и не один раз, но выступать, просто даже увеличить там свой уровень. Ну, из-за этих боев, из-за этих там постоянных кемпов, не хочется отвлекать, там, не знаю, углубляться, это в любом случае другая стихия, и когда там, не знаю, слишком много отвлекаешься, потихоньку от своего отходишь, а так, может быть, когда в дальнейшем больше времени будет. Ну, или время, или, может быть, здесь будешь тренироваться, да, так, или в отпуск приедешь там на какое-то время. Да. В легкую так побороться, да. Дружескую схватку сделать. Да, потому что... Мороз, кстати, боролся. С ним мы боремся, так, из зале. Как, кстати, Мороз добавил? Очень сильно, и он очень много времени уделяет именно техническому процессу, имеется в виду, учить новое. Вот я, например, люблю больше именно свой стиль, там, не знаю, как-то развивать. Стараюсь меньше приемов, но чтобы они были на 100% отточены. А Морозов любит, что я очень уважаю в нем, очень любопытен ко всему. Старается везде, ему все интересно, везде он спрашивает, там не стесняется, очень хорошо. И очень умеет слушать, принимать там опыт других бойцов. Будем надеяться, что в скором времени это принесет свои плоды, и увидим его там просто на пьедестале, на первом номере. Ну да, хотелось бы ребятам очень пользоваться. Очень перспективный, очень хороший брат. Мне очень сильно понравился, как он последний бой понравился, честно. Да. Очень сильно хороший бой получился, но с профессиональной точки зрения, не в обиду Морозу, конечно, было много ошибок, которые можно было не допускать, зная Мороза, зная, как он подготовился к этому бою, как он тренировался, вообще не было сомнений. В нем просто в психологическом плане, может, чуть-чуть не хватило. Или что-то, не знаю, пошло не так во время боя. Может, время нам еще хватит? Нет, нормально. Знаешь, хотел спросить насчет парни, говорят о том, что не получается им раскрыться. Вот ты как с этим справился? У тебя что же, наверное, какая-то была зажатость? Как преодолевал вот этот момент? Наверное, у всех это есть. Новая лига, новая ответственность.
Ну, в любом случае, бывает, в каждом бою бывает, когда тебе требуется какое-то время, чтобы просто твой организм проснулся. Вот у меня, как правило, это во втором раунде. И в первом раунде, как минимум, я стараюсь не допускать категоричных ошибок, чтобы вот там не было того, чтобы там, не знаю, в первом раунде я выплескал всю свою энергию или там, не знаю, пропустил какие-то там удары, которые уже в последующих раундах приносят там очень много вреда мне. Вот стараюсь максимально меньше допускать ошибок в первом раунде, пока я, ну, не прогреюсь, так сказать, не прогрею свой мотор. Потом уже во втором раунде, когда уже мой соперник более-менее вымахался, я уже знаю, что от него ждать, я уже начинаю наступательные движения. Вот я так вот подхожу к этому, а некоторые люди там с первой секунды включаются, я всегда таким завидую. Спасибо. А время у нас совсем впритык. Руслан, что-то помимо приоры? iPhone 13, может, что? Разыграли? Парни, у нас гости были. Руслан, Мавсар Евлоев. Большое спасибо, ребят, что пришли. Вам спасибо, что пригласили. Будем надеяться, в следующий раз, когда будете, мы еще раз с вами побеседуем. Очень интересные собеседники. Ну и ждем вас на турнире 27 марта. Там тоже будет жарко. Всем же спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, пишите, может быть, какие-то вопросы, которые мы не задали и вы хотели бы услышать от ребят. До новых встреч. Всем настоящий бойцовский респект. Всем ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.